5 сентября в стенах БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы состоялась церемония вручения удостоверений по дополнительным образовательным программам повышения квалификации работников АО «УАМ Гидравлика» холдинга «Технодинамика». Вручение удостоверений проходило в рамках реализации приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан». Мы подводим итоги первого этапа большой программы по увеличению производительности труда и поддержки занятости населения республики. Все это проводится в рамках республиканской программы и соглашения между правительством Республики Башкортостан и предприятием АО «УАБ Гидравлика», входящее в контур «Технодинамика». В 2018 году были выделены на конкурсной основе средства для обучения сотрудников по 4 программам повышения квалификации. В подготовке специалистов на базе нашего университета был разработан инновационный подход. Программа реализована достаточно удачно. В новом формате был разработан новый подход в подготовке специалистов. Обучение проходило непосредственно в стенах самого предприятия. Обучение было практикоориентированное. И результатом обучения явилась разработка слушателями программ инновационных практикоориентированных проектов, применительных к своей профессиональной деятельности, которые позволят повысить производительность труда на участке, на их рабочем месте и в целом на предприятии. Учебный процесс был реализован лучшими кадрами БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы, УГАТУ, БАКСУ и ведущими специалистами предприятия. Сегодня сами сотрудники гидравлики предлагают заводу схему по внедрению технологических инноваций, не требующих значительных капитальных вложений. Промежуточные результаты по отобранным проектам уже показывают снижение затрат на производстве, повышение эффективности производственных процессов, сокращение потерь, оптимизацию рабочего времени и пространства. Огромное спасибо преподавательскому составу хотела выразить, потому что они очень тонко и очень чутко чувствовали все наши потребности и, конечно же, шли нам навстречу. Без этого мы не получили бы такого колоссальнейшего результата. Таких горящих глаз наших слушателей и именно того, что хотелось. И люди именно представили проекты по повышению производительности труда. Люди понимают, что эти проекты могут внедряться, что они будут внедряться, что наше предприятие тронется с мертвой точки, и все-таки мы поживем по-новому, по-современному и добьемся резкого повышения производительности труда.